Но центральная библиотека на южной, когда на въезде в город. На юг? Нет. Это где-то на въезде в город. С какой стороны? Адрес не помните вы? Ну, у меня он есть, но надо искать сейчас. Ну, я в интернет зайду. Как она называется? Городская, да? Да, она там МИПС. Муниципальная информационная система. Спасибо. Я думаю, что да. Судя по тому, как вы сказали, что да. Думаю, что да. А сам Алтай сам по себе красивый. Да, если когда вы сайт откроете, чтобы я понял, написано православный город, и начало приводить сразу на форме. Это 1300 тем. И настолько они богатые, обширные, которые вы даже не уверены, что сегодня это есть. Тема, и там выступление Кураев ко мне, Андрей приезжал за книгу. Это, золотой там, артист. Это люди, которые, ну, известны. И когда ты начинаешь считать, у него действительно как будто руки опускаются. Я говорю, что вот мы делаем, не получается. Как это у вас получается? Никак, смотрите. Мы встали сегодня утром, 4 часа ночи. Мы уже на молитве приготовили, пообедали, все в полосе, все в полосе. У нас собака там охраняет, чтобы нас не тронули. И кушаете по дороге? Как? И кушаете по дороге? Ну, дорога, ну, да, там в лесу, дороги. Все у нас свое. А ночуете прямо вот в этой машине? Да. Ну, у меня специально такой метод есть, сделать печку, выкапываю небольшую траншейку, и в ней быстренько все готовится, опять заровняли, у нас нигде ничего не остается, как будто нас... А что вы кушаете? Печку какая-то в земле, метр, ну, примерно траншейку, я ее выкапываю, на мне это лежит, я 40 лет печником был, мне не давало государство работать по профессии. И 35 шириной, и, допустим, 35 глубиной. Дальше все, это как печка, а дальше сверху ее решетка. И как атомный реактор горит, и горит, и чай, этих, а нет. Продукты покупаете в у нас все с собой. По дороге или мешок сухарей. У нас, ну, вчера были, сестры отправляли, у нас они там и виноград, и все натолкали. Но с завтрашнего дня, уже с утра, это уже молосный пост. Наша вера православная, она чистая и святая. Церковь, мать, нам ничего плохого не позволяет. Yes. Вот у меня брат, он 32 года протоиерей. И вот ваш, который фаст, это все, их корень, от отец Геннадий, он в моем доме пришел, обратился. Я для него, он везде пишет, как духовный отец. А это уже через него, его родственники, класс, который преподает отец Александр. Это все уже от него, от родственников. Немец, меннонит. А вы к нему поедете? Да, мы сейчас едем, это сейчас. И вот он, знающий все, он был преподавателем Турского университета, отец Геннадий. А когда встретились, мы помним, 30 апреля, мне кажется, 78 года, под 5 утра закончили беседу. Он встал, я говорю, как будто первый раз, говорит, слышу о Боге. Какую тему? Изберите, я говорю, самую сильную, мощную тему у вас для победы. Он начал, я, говорит, закончил, в одним словом сказал, ложь. Как ложь? Я столько лет проповедовал. Я ему объясняю, как там будет ситуация, я понял. Сектантство работает от головы, а церковь от Бога. Церковь отличается от секты тем, что у нас есть священство. А священство – это и таинство. У них этого нет. Они хорошие люди, сектанты, не пьют, не курят. Мы их нигде худо не отзываемся. Но не церковь. И когда убеждаются они в этом, тогда результат другой совсем. Это все книга, в каждой книге, которая дала, примерно по 3000 ссылок на Библию. И поэтому опровергнуть это епископы пытались. Почему? Потому что не нравится, что сказано. Вот это продажа церкви. Я привожу места. Христос изгнал торгашей. У нас каноны, правила. У нас все это делается бесплатно. У нас ни за что деньги не берутся. Вот они крестили. Человек пришел, сегодня как? Деньги заплатил? Заплатили. Так. Ну, заплатил, так что еще теперь? И не учат нисколько. По голове мокрой ладошкой крещеный. Это все обман. И об этом говорит патриарх Алексей II. Для крещения нужно три момента. Первое, научите, крестите погружением, как крестился Христос это. И третье, бесплатно. Все три условия нарушены. Я не могу об этом не говорить. Почему? Библия об этом говорит. Патриарх говорит, я говорил, полтора года прошло, 98% меня не слышат. Я говорю, у нас епископ говорит, я говорю, почему же вы так распустили-то? Я посылаю работать, они воруют. Ну, это же такое. Все одно ложь, сплошная ложь. Ни один лжец в Царстве Божие не войдет. Перестать играть этой жизнью, она такая коротенькая. Богу нужно сердце чистое. Богу нужна полная отдача, отвергни себя. Три ступени. Отвергни себя, возьми крест, следуй за мной.
И молитва трех ступеней. Первая – просительно. Там мусульмане все, дай, помоги, укрепи. Вторая – благодарствие. Я получил, благодарю. Из бедности я поднимаюсь выше. И третья ступень – славословие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Я ничего не хочу, я только славлю, аллилуйя пою. Слушать вас приятно. Очень интересно. У меня стихи, еще раз немножко. Я работал, когда на корабле, учился на шторме. Но в последних куплетах, это все там у вас найдете. Когда мой корабль опрокинет пучину, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончины, других я увел за собой. И вот у меня одно стихотворение обо мне. Пример к себе своим воображением, мою биографию. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышью. И дальше говорю, я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел, не достигаем там. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть я умер, отошел. Теперь разбирайте, что я делаю. Вам легче будет уходить в другой мир, чем мне, например. Каждый человек дорог в очах Божьих. Господь с одной самарянкой сколько он беседовал, она пришла к Богу и город привела. Мы не знаем, какие таланты Бог откроет в человеке, если мы на нужные клавиши нажмем. Богу нужно смиренное сердце, послушание. И если мы это поняли, все остальное за Богом. Я не знаю, я отдал книги, там не пропустят, я же не могу. Но я вам сказал, показал, вот целая пачка, 50, а только один район в крае проехал. Представьте, сколько мне там. Каждый подарок. Но дальше, как это не пойдет, только Бог знает. В Библии написано, сеющий и поливающий ничто, все Бог возвращающий. И мы на каждом шагу говорим людям об этом. Нужно отвергнуться себя. Без самоотдачи ничего не может быть. Богу 99 не надо, ему только 100. Вот, допустим, это наши качества какие-то. А вот Дух Божий дует. И Богу нельзя сказать, вот здесь я бы сказал, но тут с работы с ним, вот тут. Богу нужно полное смирение, поклон до земли. Тогда Дух Божий веет над водами. Как все строго. Передо мной прошли не тысячи, не миллионы, может быть, есть дети в тюрьмах, в лагере смерти. И везде Бог говорит, как вставать Духа Святого. Везде, я подъем, пример, шесть, всегда стало 4. Никогда не нужно. Падаю, ухвачусь за верхнюю шконку, встали утром мы. И тут мне говорят, еще раз вызывали, там 7 человек мы подъемы становились. Мужем мы тоже встали. Меняется жизнь человека, вот эти книги, которые возрождающие действия. Это не просто книги, это откровение Божие. Но если мы насмелились так послать президенту, премьеру, то ясно, что это не экстремистская литература. Еще бы я голову-то в петлю толкал. Угу. Это понятно. А теперь у меня еще один вопрос. Да. А себестоимость книг, мне же нужно их... Мы их записываем все равно по цене. Даже если вы нам подарили. То есть у вас есть определенные суммы. Вот, давайте пожалуйста, по первое. Новый Завет трехтомный, 1500. Это примерно третья часть их стоимости, которая есть. 1500. Трехтомный, 3000. То есть каждый по 500. Песню православия, 240. Симфония на неколлических книг, 200. Симфония на жития святых. Это тоже 200, а вот это, подождите, я поторопился здесь было. Ладно, 200. А это сейчас я скажу, так это у меня она была 100, тоже 200. Да слово Божие нету. В мягком переплете по 200, в мягком. А, в мягком. А в твердом 300, она в твердом есть. 300 твердый. И точно так эти там на точке. 200 тоже. 200 и 300. И вот эти каждый том, 30-томный, тоже по 200 каждый. А с 13-го тома они по 300. В твердом переплете. А до 12-го по 200. А общая цена, вот она указана. Я одну книгу из этой понес. Представьте, мы Гюстава Доре, лучшие иллюстраторы, больше 2 лет раскрашивали. И она впервые появилась. Это все впервые. И одну книгу понес, я говорю, сколько она стоит? Там 240 иллюстраций. Они сразу посмотрели, это 1500 стоит. А у нас все 3 за 1500. Фактически, это третья часть стоимости. Дело у меня продажи примерно 5%, 95% это бесплатно.
Ну, огромное вам спасибо. Не вас, господин. Да. И счастливого вам пути. Как я еще, знаете, вам лично домой там. Я первый достану. Сейчас у нас очень много книг, конечно. Это мой сайт. Спасибо. Спасибо. До свидания.